Привет, поважаные глядачи. Добрый день, авиачи. Ребята, сейчас у нас новый проект, называется «Трудности перевода». И в этом проекте вы будете отгадывать слова друг друга, задавая их на своем языке. Правил, по сути, никаких нету. Вы можете друг другу подсказывать, но не напрямую, через слова-синонимы. Начинает у нас Николай. Поехали. По одному слову, да? Да. Так, первое. Цмок. 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 Мифическое существо. Такое животное мифическое. В многих сказках есть. Смотрел «Игру престолов», Game of Thrones? Нет. Не смотрел? Нет. Огнем дышит. Fire. 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 Змай? Дракон. Ну, змай, дракон, то одно. Окей, хорошо. Засчитано. Один балл уходит к Якову. Теперь он будет или я? Теперь будет задавать Яков, отвечать Коля. Окей. Понос. По? Понос. У нас есть что-то похожее. Не понос, а понос. Ну ладно, это, думаю, не то. С носом что-то связано? Нет? No. Понос. When you have family, uh-huh. And then you are like on them, you know? Ты смотришь у них, и ты на, like, на... Тебя, ага. Дети, да. Они да. Что-то прямо сделали такое, у тебя возникает чувство. Они хорошее сделали или плохое? Нет, именно хорошее. Хорошее? Хорошее, да. Ага, они хорошее. У меня чувство гордости, чувство радости. Гордость. Да, да, гордость. Гордость? Да. Итак, счет у нас 1-1. Гуд. Супер. Продолжаем дальше. Так, теперь я. Ну, нелегкое слово. Фиранка. Фиранка? Фиранка, да. Фиранка. Все. Фиранка. In your room now. You have in your room. Телевизор? Нет. Кревет? Нет. Балкон? Ну вот, когда ты идешь к балкону, when you go to... Врата? Нет. Прозори? Что это? Прозор? Прозори? Покажи, как, что это такое? Ну, так, Windows, да? Прозор. Нет, нет. Ну вот, а вот на прозоре, на Windows что? Ну, он и... Зависть. Да, да, да. Зависть. Что? 2-1. Яков, твоя очередь. Куча. Куча? Куча. Так, ну вы мне говорите, понос, куча, что-то мне тут... Ладно, куча. Куча, куча. Ну, у нас куча это, когда много чего-то сложено. Тут, не знаю, куча. После тренировки куда ты идешь? Иду в номер. Не, после тренировки. Мы закончили тренировку. Ага, и ты... в автобус? Нет, автобус. Куда идешь? Куда? Домой куда? Домой, хорошо. Дом? Да, дом, хорошо. Куча дом? Да, куча дом. Хорошо. Отлично. 2-2. Коля, твоя очередь. Так, дальше. Ровар. Ровар? Да. На нем можно ездить. Ездить. Ну вот. Давай, помогай. То авто? Не, это не машина, но тоже средство передвижения. Ага. Бицикло? Да, это велосипед. Сречом. Сретан. Сретан? Да. Сретан. Это с чувствами что-то связано? Дорогой какой-нибудь. Да. Ну-ка, ты забиваешь гол. Что ты? Радуешься, празднуешь. Не знаю, счастлив, доволен. Счастлив? Хорошо, хорошо, да. Счастлив. Сретан. Я где-то слышал похожее что-то. Поэтому я и понял, что с чувствами. 3-3. Хорошо, Коля. Так, я более объясняю. Гузик. Что? Гузик. Мне бабушка так говорила часто. Гузик. Гузик? Да. Пришоплю тебе гузик. Как? Ну, же гузик. Гузик, да. Тяжело. Тяжело, очень тяжело. Давай, помогай. Ну, ты его каждый день трогаешь. Брой. Нет, это не там не майка, не рубашка. Ага. Есть на вещах для того, чтобы тебе там холодно не было. Ты оп его. Доктор? Не, что это такое доктор? Больница? Нет, на одежде. Гузик есть на вещи. Now you have гузик. Гроб? Ну. Звезда? Не. Гумб, дугме. Где? Кто? Вот это, да. Как это? Дугме. Так показывай, я же не знаю. Да, гумб, да, дугме. Да. Гузик, да, гузик. Я сказал то, что... Ну я же не знаю, показывал бы, я же не знаю, что такое дугма, гумба. Давай. 3-3. Трудно. Трудно? Трудно. Хард? Интересно. Трудно. Трудно. У тебя жена может быть трудна, да. Жена может быть трудна у меня. Да. Она есть
9 месяцев. Беременная. Да, хорошо. Итак, 4-4. Ага. Да. Хорошо, идем. Коля, твоя очередь. Так, прас. Прас. Да. У тебя в доме тоже есть, где ты живешь. Маечку положил. Да. Ее. А пеглат? Пеглат? Глачат? Да, да, да. Утюг. Пеглат, да. Что, отлично, довольно быстро справились. Теперь, Як, твоя очередь. Дева. 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 Молодая девушка? Нет, девушка. Но то анимал. А, анимал. Биг? Биг, да. Да? Большая животина, да. Человек на ню тоже может... А, верблюд. Я тебе больше помогаю, давай чуть-чуть больше. Давай, сейчас как тебе буду помогать. Давай. Давай. Хмара чос. Хмара чос. Чос и хмару. Такое большое-большое-большое здание, знаешь? Зграда, что? Зграда? Можно быть 7, 8, 9, 10 этаж, да? Так. Да, 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 80, 90, 100, да, да, да. Да, зграда, да. Да, 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 небоскреб, да, 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 да. Отлично. И Яков? Яков, последний, хреновка. Хреновка, это алкогольный напиток. Ну, кушаешь. То есть закушать, но... Хреновка. Да. Типа наш хрен? Нет, хрен. Там с кетчупом, майонезом, сэмф. Хрен... Картошка какая-нибудь? Картошка? Картошка нет, фри? Нет, картошка. Ну. Хочу с хреном ее есть. Ставишь, you put in water, ага. You cook maybe 10 minutes. Знаешь? В воду кладешь 10 минут. Да, так, 10-15 минут. Ну что, макароны какие-нибудь? Нет, нет, макароны. Рис? Нет, нет, нет. Нет, да. Гречка, что у нас? Это не крупы? Нет, что это? Вежит? Чуть-чуть долугачка, да? Но... Прям, там, есть, да, прям да. Есть захотелось, не знаю, что это. Хреновка. Уже ужин скоро совсем. А, так, так, что, блин, какие-то колбасы, не знаю, что. Да, да. Сосиски. Сосиски, хорошо, да. Хорошо, сосиски. Я просто подумал, 10 минут что-то многовато. Итак, ребята, 6-6 победила дружба, прекрасные славяне. Поделитесь каждый своим впечатлением от участия в этом проекте. Интересно, прикольно, что-то новое. Вот. Для себя тоже узнаешь какие-то слова, потому что, честно, не все слова знал. Проект есть весело, классно, но занимливо. Занимливо. И я очень люблю этот проект. Можно так, можно. Подписывайтесь на канал. Ставите лайк и всем добро.